Иск Паралимпийского комитета России рассмотрят 21 августа. Глава исполкома и первый вице-президент комитета Павел Рожков сообщил о подписании с Международным паралимпийским комитетом арбитражного соглашения. Его отправили на рассмотрение в спортивный арбитражный суд. Рассмотрение иска назначили на 21 августа. Резолютивную часть огласят 22 числа. Напомним, что Международный паралимпийский комитет принял решение приостановить членство Паралимпийского комитета России, тем самым лишив сборную страны права на участие в играх этого года, которые пройдут с 7 по 18 сентября в Рио-де-Жанейро.